Привет всем, дорогие наши зрители, с вами Лёха и Юля, и мы продолжаем играть у сталкера Зов Припяти. Это уже третий стрим по нему, если я не ошибаюсь. Да. Загружаем последнее сохранение. Так, надо поближе. Открыли мы окно, у нас шум, что-то все запотело. Так это из-за белья, белье сушится тут. Все, 100 советов по выживанию в зоне. Совет номер 79. Многие объекты в зоне характерны повышенным радиационным фоном, поэтому приближаться к ним без соответствующей защиты опасно. Ну, ясно? Мы же качаем. Ясно. Себе, качаем. Да. Броню-то. Кофеечек, кофеек. Юля, у вас модератор есть? Я сам себе модератор. Да. Загрузились. Ну что, дорогие друзья, мы находимся на станции Яна. И наше задание, мы, по-моему, взяли два квеста в прошлый раз, и Припять-1, найти костюм замкнутой системы дыхания. Ага. Для преодоления путепровода Припять-1 понадобится костюм замкнутой системы дыхания, так как подземные помещения были затоплены, заполнены углекислым газом с неизвестной примесью. Вот такая вот фигня. Надо достать. Давайте костюм, глянем карту. Нет, давайте глянем сначала инвентарь. Инвентарь. О, может, что-то продать можно? Да, попробуем вот эту пуху сбагрить. Зелененький вроде можно продавать. Плохо! Может быть, возьмет? Возьмет. Возьмет. Отлично. Ух ты. А вот это продадим? Тогда... А что это? Ну, она так-то крутая. Ну, тогда не продавай. А чем она крута? Она хуже твоей. Да? Ну, нахер она нужна тогда? А-а-а. Что еще продадим? Патрошки, может? Так, это мы оставим. А сколько стоит твой артефакт? Золотая рыбка. Подожди. Это боеприпас стоит нам не нужен. Тоже продадим, это мы оставляем, пистолет. Говорят, пистолет вообще не нужен. Да, пистолет выкидываем. А сколько стоит артефакт, давай посмотрим. Дофига, наверное. 14 тысяч. А чё он? Мы можем... Давай его продадим. А не вот этот ли нам нужен бронекостюм? Производим в одном из киевских оборонных и альтернативу кустарным комбинезонам, хоть и встроен. А зачем ты улучшаешь свой костюм, если вот тут есть еще чувак? Вот, нифига у нее пушки, а мы да, столько денег прицел тратили, для калаша. Потратили. А мы столько денег потратили на костюм. Давай попозже продадим вот нашу штучку. Все. Пока ничего продавать не будем, давай будем копить. Нет, пушку продали. Ну, я имею в виду покупать ничего. Да. Все, ребята, пойдемте мы. Так, F5, быстрое сохранение. Говорит, ходячих не будет. Нет, Лёшка решил поиграть в сталкера. Мы играем в сталкера. У тебя, по-моему, вот еще какие-то задания остались, да? Может, пойдем выполним задание? А может, вернемся? Да, давай. Вернемся. Давай. Там вертолет как-никак, давай сходим, проверим. А потом сюда или что, вот так поговорим чуть-чуть, может быть? Выйдем? Не, давай сразу туда, чтобы, а то тут поговоришь, тебя туда направят, поговоришь, тебя туда направят. Хорошо, как нам обратно на скотоводск, да, нам нужно? То есть нам нужно... Говорят, это Сева с замкнутым дыханием, он при переходе понадобится вот этот, вот, который костюм у него есть за 32 штуки. Mm-hmm. Типа он в любом случае понадобится. Слушай, ты не помнишь, кто из них проводник? По-моему, с другой стороны. Нет, он там на выходе стоял. Не вот, вот этот? Вот там вот. А да, не этот? Да. До Скотоводска. Здравствуй. Стоит 1000. Пошли. Возвращаемся в Скотоводск, так как мы там не облутали все. А мы сами не достигли, типа, не могли. Да зачем тратить время? 1000. Мы за 1000 5 раз подохнем еще по пути. Уберите и камеру выше. Уберите и чат уберите, говорят. Мешает кому-то чат наш. Замечательный чат, что вы. Топ-донатор, ласт-донатор. Никто не донатит, а между прочим, нам еще собирать на процессор надо. Мы на Скотоводске. Да. Оп, пойдем там к чуваку, нам надо подойти, что ли. Пойдем подойти. Пособирай еще кого-нибудь задание, чтобы денег тут. Здравствуй. Это вот, который как раз нас водит везде. Попутного ветра. Там был какой-то чувак. Потише. Потише сделай. Да подожди, со своими квестами давай лучше дойдем. Вот здесь что у нас? Скат 5 мы не исследовали. Вот это самое важное, что нужно сделать. По пути зайдем в тайник. То есть сначала... Ну ладно, пошли, можем. Найдем по пути. Так, выходим. Погода нормальная? Ну, погода, конечно, отстой. Но... Нам, думаю, она не помешает. А время-то сколько? Блин, под вечер пошли. Ну что? Смелее будем. Через болото пойдем? Давайте пойдем.
да, это. Шоколадочку. Мертвые тушки. Шоколадочку. Вот эту в сторону трубы надо идти. По пути зацепим тайничок. Что у нас люди пишут? А если по трубе идти можно? Пойду по трубе. Не, ну а чё, удобно? Да, далеко я до ней, по ней не пройду. Ну и ладно. Так, осмотримся. Ага. Ага. Так, это свои. Вот там вот есть тайничок. При ответственном изменении погоды мы будем. Да? Кто тут приветы хочет передавать? Можете воспользоваться платным объявлением и передать приветы всем, кому хочется. Да. Стоит всего лишь от 50 рублей. Да? Блин, там еще псы бегают, песики. Где-то был там песик. А там что у нас? Где-то здесь у нас тайник, по-моему. Да. Пойдем по дороге. Странная крыша такая. Что-то много патронов. Ну, так, свои. Отлично. Жрать хочу я, говорит он. Скушаем. Отдай мне 4 колбаски. Да как? Вот сюда. А я думаю, как? Оказывается, все очень просто. Так, ну что? О, сука, зверье там какое бегает. Значит, там точно что-то есть. Или, по-моему, друг с другом берут, нет? Блокировал. О, эти пошли, блядь, нормально. В этих сам там не хватит. Стал собак завалить. Вот еще бундюки, смотри. Еще бундюки. Ай-яй. Да перезаряжайся быстрее, ёпта. Идёт спяк. Еще кто-то в тебя стреляет. Сзади. Там бандюки были, убили. Иди возьми. Дай там. Бандюков убили? Вот тут вот. Вот тут вот забор. Я вижу, вон по точкам. Подожди, еще где-то собака. F5. Бамс. Дай. Как это? Вон эти уже стреляют. Да где-то сучка бегает. Вон они стреляют. Не, слышишь, где-то бегает? Вон он. Жалко. Давай, поближе подходи. Блядь, нихуя. Пошла. Сучара. Сучара, не Кантара. Ну все, лутаемся. Леха, если ты выполнишь 3 квеста, тебе каждый день патрон давать. Так, хорошо, это надо таблеточки. Все равно брать не будем. Еще. Блин, зачем я его коллажу? Так а взял, зелененький продать можно. Ну ладно. Гранатка, бинт, водка. Искать тайник. Это здесь уже, да? Где-то здесь. Где же он? Подожди. О! Так вот как это стоит? Блин, как он садится ниже? Контрол? Нет, по-моему, как-то еще ложится. Чуваки, он же ложится здесь. CXE. Бля, все понажимал. Так, сделай звук, что-то потише. 5.56, мои потрошки. Во, взял. Что за пуха, да, посмотри? Звук потише. Че, громко что ли? Могу убавить. А что за пуха? Да такая же, как у меня, по-моему. Да. Ну мы ее тоже продадим. Таблетки какие-то, смотри, нашел. Зачем таблетки? Викасол, синтетический аналог витамина
игрока. Основное действие заключается в повышении свертываемости крови, пользуется спросом среди сталкеров, поскольку позволяет быстрее рубцевать рваная рана, будет продолжение действия нормально, пригодится. Ладно, нам все пригодится. Блин, у нас, кстати, коцанное ружье. Да. Какой пик на это ружье? По квесту, то, наверное, где там огонек горит, нет? Через болото? Там, через болото, конечно, нам не пройти. Болото надо обойти. Чего не пройти через болото? Да вон, пойдем по мосту. Или как мы мостом везде? Ну, может быть, то он и есть. Болото там подходит. Где? Вон, там. Так, давай еще сохраняться. Сохранить игру. Ctrl-Shift сесть ниже. Пишут. Да, я нажимал Ctrl-Shift, но он же не ложился. Бл-бл-бл, вот так вот назовем. Отлично. Пауза. Чё там мелкие вещи? Я закрою? Да. А то холодновато чё. Юль, кого ты там видела на болотах? Я никого не вижу. Да, пожалуйста, так, а чё за... сортир там. Какая у тебя видеокарта? 71 человек тебя смотрит, прикинь. Да. 71 человек. Раньше нас и 100 смотрело здесь. Подписывайтесь меня. Видеокарта в описании, характеристики есть. На Твиче в описании есть все характеристики. Хрена, какое страшное дерево там, а? Поспамлю тебя чуть-чуть. Спамщица! Да. Так, нам сюда или обойти это все место надо? Лёха, я вообще куда-то. Я вообще куда-то не туда, слушай, ушел. Если я пойду по этой дорожке. По стрелочке хочешь? Хотя нормально, пойду здесь. Ну да, я иду по GPS-у. По стрелочке. Так-то зайти сюда или потом? Давай, а чё нет? Смотри, там свет горит. Ну, друзья там, значит, сидят. Ага, друзья. Нет, давай сначала сделаем квест. Выполним. Мелкий играет! Это у него пищит такая резиновая собачка. Собачка маленькая. Да, он любит ее. Все, побежали, делаю так, ползки уже. Ой-ой-ой, какое опасное место. Ой, там, наверное, газы какие-то, ты просто так не пройдешь. Обходи. Так обходи. Ну вот я обхожу, я по левой стороне обойду. И, наверное, дойду. Что-то я не... А, во, вертушка. Вот он. Вот она, наша вертушка. Сейчас мы обследуем. Кстати, пора закругляться и валить. Так-то я тут не сдохну вообще. Обследуем. И? Обследуем. С электроникой здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? Что же это было, почему они упали? Валим нахрен. О! Что это? Дайте мне артефакт. Да где-то была аномалия какая-то. Вон там, по-моему, была. Впереди я видела, она так светила. Сзади. Сзади вот туда, куда-то. Где-то тут. Вон, на холме. На холме? Вон, видишь? Вон. И как там туда пройти? Ёпта, блядь! Палку кидай. Пизду, короче. Вот. Херовый я охотник за артефактом, скажу я вам. Так, нажмем мы F5. Да, говорят, тут детектор достань, там арты найдешь. И куда же? На Скотоводск? Где он? Ну как же так-то? Блин, без GPS. Ты не достанешь артефакт? Не. Блин, ты еще не на артефакт не достал, просто... Не судьба. Подписчики уже... Думаю, что ты такой лошар-то? Артефакт никак достать не можешь. Артефакт на приборе высвечивается точка. Я устал. Слышишь, да? Да? Артефакт на приборе высвечивается точка. Зачем ты водку? Херц, я думал, может, я стану сильнее, буду быстрее бегать. Поменьше буду уставать. Кто-то жгет там костер. Свои. Братья-сталкеры. Может, квест какой дадут? Доставай гитару. Убирай оружие. Чё, крутой, да? Убери волын. Кирюгу живым. Ну и говорят, вот типа тема. Будет кому нам парашу чистить. Балабонь быстрее. А он, короче, типа тёртый фраер. Парец. Они тут как-то, знаешь, все вместе. Дружненько живут.
Леха на Скадовске, бери абсолютно все квесты, снарягу поднимешь и отношения со сталкерами и торговец даст скидку. Да? Отлично. Короче, по трубе пойдем. Где можно взять твичек костяка? У меня в подписках. У меня же есть он в подписках? Должен быть. Должен быть. У Лехи в подписках можете найти мой канал, можете найти канал костяка. Придется обходить болото. Только Костя что-то вообще не стримит, конечно. Потому что он начнет. Он все собирается. хочет, но... Да. Говорят, там дорогой артефакт был. Да хрен на него, ребята. Че хрюкаешь? Че он хрюкает? Дюк, ты че хрюкаешь? Ой! Что это ты? Что это с тобой? У нас что-то Дюк захрюкал. Может, он сожрал что-то? Может, он вовсе не чихуахуа, а мини-свинюшка? Прикиньте, вырастет у нас свинюшка. Блин, не вижу ваш чат, ребят, что вы там пишете. Сейчас буду читать. Лёшка, снарягу хочешь клёвую? Да у меня снаряга знаешь какая? Ого-го! Ну, я пишу, на самом деле, она не очень прикольная. Возьми квест у коряги. Ну, сейчас посмотрим. На, сначала... Вернуться сначала надо, да. Нашего скотовозка. Нормально с ним. Во, мы дошли. Хричилда! Хричилда лежит. Хэк. Да. Прикинь, у нас Дюк вырастет вот в такого. Это будет жесть, конечно. Ты что, будем хряк растить? Хряка. Прикинь, сколько жрать ему надо будет. Вообще не напасешься. Будем работать, только острый там чувак пришел. Леша не обижает костяка. А кто его обижает? Не знаю. С чего вы это взяли вообще? Уже темно. Покажи снарягу. Да я сказал, что у меня снаряга тут офигенная. Офигенная снаряга. На самом-то деле она у меня... Корягу не надо, у коряги не бери квест, только что пишете. Прям двое разных. Ты потом заколебаешься бегать по этому квесту у коряги, говорят. Одни говорят, бери, другие говорят, не бери. А мы будем по-своему играть. Да. Конечно, ваши комментарии мы учитываем, но... Хочется по-своему как-то пройти игру. Окей. Так, вот мы и вернулись. А вот анекдот. Че, пойдем продадим что-нибудь? Давай, но... пуху можно было продать кому-то. А, он вообще ничего не берет. Только артефакт берет. А он за сколько его возьмет? Хорошо, что не у меня. Положи его туда. 15. Он дороже берет его. Так там, по-моему, было 17. Там было 14. Пока не будем продавать, да? Будет чего интересного, или заходи. Будем продавать. Да не надо. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Квест, особенно у глухаря, говорят. Здравствуй, сталкер. Я практически никого не брал. Нет, ты брал какого-то чувака, 7000? Лоцман. Слушаю тебя. У глухаря квесты будете кровососов мочить. Ну, я не люблю кровососов. Вот коряга. Давай посмотрим, что он дает. Я спрятал хабар. Бахнул землетрясение, машина ушла под землю. Мутантов тьма. Так, контролера он боится. А, контролера не боится, Акснорс на возвращение. Ничего с тобой поделать не могу. С собой. Если достанешь контейнер с кодовым замком, хабар поделим по чесноку. Ну, блин, ну, хабар. Чё такое хабар? Как чё? Пистолетики там. Артефакт. Че, как договорились, возьми его, из чего выполнишь, пусть мне приходит. Ладно. Насчет твоего контейнер ты нашел? Вот это как медом помазал. Я решил больше не искать, вот как бывает. А он кто, сталкер? Вольный сталкер. Слушаю тебя! Да пойдем, выполним, только не ночью. Давай у всех все наберем. Ты можешь провести в Припять? А, вот мы ему ищем путь или что? А, попробуй найти тоннель под заводом. Понятно, другой локации. На костюм заработать? А костюм, который у того продавца? Привет тебе! Значит, нам на 1010 тогда у нас сейчас... Он 32 тысячи. Я тут вспомнил вот. Ага. Пятнашку здесь дают. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я тебе... Блин, еще до хрена надо.
теперь 16 бандиты меня за своего считают. Если пройдешь квест с глухарем, то будут медикаменты давать. А я свой Глухарь костюм справа. Покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет. Опа! Султан. Жилы будем. А я надел старый черный комбез, а на спине надпись. Чтобы взломал. Я неудачу. Чтобы что? Взломал. Это не ко мне. Со старшим говори. Так ближе, чем Гонта. На 50 метров вообще никто не попал. Ты кто? Вот глухарь, да? Есть одно дело. Исчезло несколько сталкеров, никто о них ничего не слышал, но на днях одного нашли. На теле никаких следов насилия, только крови в нем ни капли. Тело осматривал тремор. Короче, кровосос все выпил, наверное. Я переговорил с Данилом Охотниковым, он пошел на поиск логова. С тех пор от него ни слуха, ни духа. Что мне нужно сделать? Нужно найти логово и продолжить отыскать следы. Данил, дело опасное, но заплачу хорошо. Согласен. Договорились. Бывай. Так, отлично. Набрали мы херовую тучу. Так, вот здесь, короче, сохранимся. Сохранить игру как? Как вот так вот. Сохранить. На всякий случай. И давайте где-нибудь поспим, что ли? Ребята. Мне кажется, ты не все квесты взял. Ну я не все взял, но и ладно. Где-то можно вас подрыхнуть до утра. А это кто? Ой, это кто? Сыч. У него тоже есть работа. О, документы с Юпитера. А если мы ему их отдадим? А, нет. Есть ли у меня работа? Ну что, есть что-то новое? Интересно. О, давай ему продадим. Что это? Берешь? 1700, а там на сколько за нее давали? Какой-то... А там сколько за нее давали? Не помню. Что-то там, по-моему, больше давали. Я не помню. Да и ладно, продадим, что-то скаться с ним. Да? А что-то там... дешево как-то. Не, да хотя, ладно. А за артефакт? 15. Пятнашка тоже. Тоже пятнашка. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Дайте поспать, а уж. Ты кто такой? Глухарь сказал, ты осматривал тело одного из пропавших. Только не сейчас. Слушаю. Понятно. Аптечки? Нет, нормально. Говорят, если выполнить за него квест, то... Да, прощай. Будет медикаменты давать. Так нам их так хватает. Внимание, анекдот. Анекдот. Говорят, сделайте так, чтобы качество можно было менять. Ну, ребята, это партнерка нужна нам. На партнерку еще подписчиков не хватает, просмотров мало. Как ты давно тащишь игры на PC? Да, вообще, как только родился и начал играть. Кушать хочешь? Кушать хочу, да. Да где поспать-то можно? Ну ты даешь, Петруха. Приветствую младших кровососов. Леха, подойди к кардану, напои его водкой, а возьми квест. Там найдешь два артефакта. Это вот поможет тебе на пути. О, нифига, бронезащита, вот костюм замкнутой системы дыхания. За сколько? Слушай, за 30-ку может достать. Ага. А то 32. Опять сапожище, хреновые подсумары. Что у них совести совсем слышишь? Нету у этих. Ага. Подойди к кардану, напои его водкой, возьми квест. Там найдешь два артефакта, которые привет, помогут тебе на пути в Припять. Кардан водкой не пои. Где кардан? Сейчас опять буду всех подряд искать, подходить ко всем. Привет! Явно не они. Они нам как-то глядят. Слушаю тебя! А вот кардан такое вам как. Привет, брат! Этих ты смотрел? Антон жалкий. Да бля, ребята, столько народу. Не кардан он там сидит? Где? Я там всех в углу, обошел. Там вот сидел чувак. К этим не подходил. Глухарь. Гонта. Это не ко мне. Со старшим говори. Гармонт. Давай ему только две водки. Борода. Да блин, ребята, где он? Вы же подскажете? Наверное, где-то на втором кардан этаже. Кардан это тот, кто чинит оружие. Он чинит? Вот кардан. Есть водка, будешь? Давай еще. Ну, чтоб руки не дрожали. Держи еще бутылку. Давай. Пей. Это, чтоб работа спорилась. Один сталкер у другого спрашивает, а знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая. Так, и что теперь? Почему? Да все просто. Надежная как-то. Давай. И багажник. Расскажи, потому что другая пара раньше не было.
Я же на затон с двумя товарищами пришел, баржей и шутником. Ребята молодые, глаза угорят. Не терпится горы артефактов собрать, чтобы быстрее всех. А я, как глаза такие горящие вижу, понимаю, не к добру будет спешка. Что там с Хабаром, еще неизвестно. А вот, не подумав о лого мутантов первым залезть, да и приятно мало. Да что-то несет ему. Вот, я могу. Я могу передать извинения твоим товарищам, если их встречу. Теперь давай, нажми. Давай теперь. Узнать о себе баржу. Надеюсь, у меня какая-нибудь работа. Давай, бери. Это? А вот анекдот. Инструменты принести. Давай ему еще бутылку. Давай попробуем. За общее дело. Нажрался, скотина. Может, что скажет? Там вон. Ты наливай. Что с ним больше не разговаривает? Да, походу, он вообще не отдыхает. Извините. Нажрался в сопли. Ну вот как раз, вот эти чуваки, которые. Один артефакт и чел у соснодуба, другой под горящим хутором в пещере. Не, все круто, давайте где-нибудь поспим. Вот этих чуваков типа найдешь, у них артефакты. Вот тут нельзя поспать? Сука. До утра ты еще просто очень долго ползать. Можно наверх забраться? Я тут вспомнил. Ой, какой крепкий кофе. Блин, я уже везде по-моему. Там что? О, ящик. А, это же твой другой ящик. Может, тут где-то есть и поспать? Матрас такой дурацкий. Вон сколько кровати. Вот. Во, спать. До 8 утра будем спать. Все. Баржа в пещере, шутник слева от аномалии Сосмодуб. Сосмодуб? Сосмодуб. Ну что, пойдем. Че, все куда побежали? Ну привет! Утро пошли на вылазку, что ли? Что-то как много, как ударимся. Ломанулись-то. Давай посмотрим, где Сосмодуб. Давай. Он практически в одно место идти. Ну, пойдем. Вот они в разные места пошли. Ну что, утро, все, пора лутаться. Недоступный тайник принести коряге контейнер. Пойдемте потихонечку, пойдемте. Ребята, не забывайте заходить на Омское ТВ и ставить нашему ролику лайки, потому что надо потому... поддержать отечественного производителя, да? Да, поддержите нас, поддержите. Там вышел сегодня наш новый ролик. Да, кто как раз ждет роликов от ХФМ, вот он вышел на Омск, посмотреть новый ролик. Вопрос такой в паблике встретил. Типа, Омская это нормально, я не против, но когда будут, типа, на основном канале... Дюк, типа, фу! Не люблю, когда люди не смотрят наши ролики, а потом такие еще и предъявляют. Почему нет видео там? Ролики выходят каждую неделю. Сейчас они будут выходить по пятницам всегда, но они и так у нас практически всегда по пятницам. Но мы еще думаем, возможно, потом поменяем, и они будут выходить в четверг и воскресенье. Но это будет, наверное, где-нибудь с декабря. Тем более будем там с декабря... подчивать вас новогодними роликами, чтобы у вас было новогоднее такое настроение классное. Джингл бэнс. Соснодуб слева на карте. Как лучше быть? Соснодуб, это же дерево мутант тоже, что ли? Соснодуб. Сосна, то ли дуб, соснодуб. Я просто не знаю, по воде это вообще бегать как-то не кошерно. Почему не кошерно? Нормально? Фиг его знает. Нет, по воде. Давай, тебе все равно 30 штук надо заработать. Так. Вон пещера новенькая, да, она? Ну, да, наверняка она. Пошли. Посмотри, точно ли она? F5. А, вот, смотри, там аномалия, видел? Да, пойдем. Ребята, вот, сейчас... Вот, туда, слева от аномалии. Сейчас артефакт достанем. Или она где-то тут? Тут до хрена этих аномалий-то. Чего? Ищем нашего. Я боюсь, а можно вообще заходить вот так вот?
Во, показывает артефакт. Пойдем? Здесь радиация. Ничего. Хуйня. Вы где-то рядом. И как его достать? Да, и как достать? Что-то ты вообще весь в радиации. Вот он. Да возьми ты, вау. Убегай, убегай быстрее. Да хер с ним. Еще есть где-то. Ты бы... Где он? Вверху где-то, что ли? Вон там, наверное. Да, вон там, наверное, наверху. Вон там же аномалия наверху. Выпей водки. Выпей, а водки лучше. Выпил? Не выпил. Так. Так, пойду. Принесу то. Садиться. Давайте попробуем обойти. Вот, ребята, я нашел первый артефакт свой в сталкере. Наверное, за все три части. Нет, что ты? В первой части очень много не ходил. В первой части очень много артефактов находил, я помню. Так что я не могу понять. Где мой артефактик-то? Блин, где он, скотина? Я застрял! Назад. Назад, назад. Вон он где-то внизу должен быть. Блядь. Ты что не кидаешь-то? Он вот, вот здесь, вон, видишь, листочки там крутятся? Да, это надо было... Да, видно, как-то пройти можно. Да найди ты уже этого чувака. Блин. Это арт на... На... Злые дни еще бегают. На втором входе в пещеру. В пещере, говорят, артефакт внутри. Так что иди в пещеру. Подожди. Говорят, в пещеру нужно зайти. Ты не веришь? Я не верю вообще. Я упрям. Все, я понял. Уходим. Уходим. Больше пытаться не буду. Так, сейчас пожрем. Водки бахнем. Оружку и достали. Пошли, давай, за этим, да, чуваком, и пойдем. Которого все. Нужно искать. Ну, один будет. Артефакт это уже неплохо. А чувак в пещере-то где он? Вот здесь. Внизу. Тебе туда как-то пройти надо. Сейчас посмотрим. Офигеть. Вход. Офигеть. Вот, наверное, вход-то. А вот и нет. Ты думаешь? А вот и да. Жесть какая-то. Бля, надо было сохраниться сначала. Ну, сохранись тут. Ой. Я сам страшно. Боюсь. Я сам боюсь, Юлька, ты не представляешь как. Зачем сюда? Надо было домой. Так темно тут становится. Все. Мы в пещерке. Мы в пещере. Ищи давай нашего. Так, у нас 8 патронов. Говорят, артефакты видны только детектором. Они в машине или тебе? Найден контейнер. Нашел контейнер. Теперь тебе нужно выходить оттуда. Вот во втором выходе. Вот здесь, наверное, был этот. Думаешь, мы выйдем так? Блять! Ой, дайте противник. Они же капец противник. Пипец, я вообще так-то... У тебя один патрон. Хочу закрыть патрон игру и больше не играть. У тебя один патрон. Ёпта. Поменяй, может быть. Да не-не-не, все нормально. Блять. Что-то мне вообще на очко. Нор. Жесть. Нет, наверное, не туда. Как отсюда выйти теперь? Офигеть просто, Юля, как отсюда. Зачем я взял это? Это квест коряги, оказывается, ты сюда пришел. Ай, сука, так страшно, блять, где ты, пидор? Блять!
Нормально, нормально. Нормально, нормально. Аптечки, 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 бинты. Бинты, аптечки, аптечки, бинты. Бинты, аптечки, господи! А их оплутать нельзя? Да вообще капец. Вонючий снорк. Говорят, артефакты видны только... вот ты запрыгнул, когда... Да фак я, блядь! Артефакты видны только... детектором. Вот ты тогда запрыгнул. Вот и ладненько. Да ладненько-то ладненько, у меня так патронов не хватит. Я вижу небо. Что это за урод? Мы когда-то были людьми. Все. А их опутать нельзя? Сука. Наверное, может, туда нужно? Вообще отстойная какая-то миссия. О, свет, свет. Да пошли вы нахер, блядь. Сваливаем отсюда в пизду, блядь. В жопу у нас, блядь. Бежим, 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 бежим. Давай теперь... Водяры хряпнем. Это квест был не на чуваков. Это был тайник. Тайник, а тайник можно взломать. И все себе забрать. Так, ладно. Давай для начала сходим еще. Исчезновение сталкеров-то узнаем, что там. Пойдем. По дорожке летним днем. Мы пойдем. Давай посмотрим, что там есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая радиоактивная машина, блин. Так и водки не напасешься. У тебя же, по-моему, были противорадиационные. Ну их, говорят, нужно беречь. Маленький дюк. А, это соснодуб, вон впереди, смотри. Соснодуб, да. Кривой какой-то. Вот как раз он туда. Устал он мне, чувак. А у тебя нету геркулесовой каши там, еще что-то? Геркулесовой каши? Чё-то я такого-то не слышал. Собака стоит, сука, еще одна. Ой, там целое стадо. Как бы нам... Аккуратненько, как охотник, незаметно. Это кто тут нафиг лежит? Охренеть. Фу, смотри. Ладно, он же мертвый. Какой он противный. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Встретиться с глухарем. Глухарь, я иду. Какой другой в сторону совсем? Да, как-то вообще странно. Сейчас мы бахнем энергетикой. Леха, везде возле локации сгоревших хутор есть неподалеку пещера. Там препараты очень редкие, дорогие. Сможешь выбросы пережить. Ты свойства артефактов, говорят. Посмотри, который ты нашел. Вдруг полезный. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Вон, слушай, проверим, артефакт. А? Гляди внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Пси-защита, радиация. Радиация такой бывает. Так, F5 и погнали. Вон, беги за ним. Так иди, иди вперед. Звук слышал? Слышал. Ладно, ерунда. Иди за ним. Что-то он странный. Ну, как-то бежит он, конечно, смешно. Говорят, если залезть на верхушку этих корявых деревьев, там дорогой арт. Хорошо. Что-то, что-то есть. Прикрой меня, а? Скоро Леха обосрется, любишь кровосос. Блять, я их ненавижу, сука, вон он. Падла, вонючая. Своим не стреляй. Есть, готов. Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Так, кстати, еще где-то должен быть. Вот, бля. Я уже думал, победа. Так, у меня не появилось? Бля, что я сожрал? Чего я ем, блять, не то нажимаю. Птички ешь, я не спрашиваю. У тебя тут патрошка. Да. Ни о чем. Давай, выходи уже. Что он ходит по кругами-то? Может, сейчас вниз пойдет? Нет?
Это кто пробежал? Блять, это не, тень. Нет, ты смотри за ним. Осторожно, еще один! Где? Да пошел ты в жопу! Вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Ты чего? Какой подвал еще? О, фиг знает. Дюк, что делать? Нельзя. Как я не люблю подвалы в сталкере, это жесть. Лифт еще рабочий. Тебе патрошек мало. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Ничего себе, системка. Маленький пришел. Маленький пришел на стрим. Да. Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Бля, у меня поломался опять мой костюмчик и защита. Хреновенькая. Блин, не так и много потрошек. Бери квест у глухаря, куда ты выходишь, все его квесты, тебе медикаменты будут давать каждый день. Важный. Смотри-ка, важный, странно, а? Следы когтей. Их в логове будет 10 штук. Бери, так что бери себе этот. Пуху. У меня потрошки-то такие же-то. Употребляет. На прошлых жмуриках такого не было. В логове нужно будет ползти очень медленно или перестрелять всех. Так что ты лучше ползи. То у тебя патронов на всех не хватит. Да я их закидаю гранатами нафиг. У тебя патронов не хватит, лучше ползи. Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Говорят, в подземелье был труп с халявным, артефактом. Ну чё, куда идём-то? Еще дальше. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня там сложилось, говорят, ага. Арт в трупе, обратно. Да как, я вроде всех пролутал. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли глянем. Где? Посмотри у себя в инвентаре. Только вот этот. Может быть еще. Не убивай, говорят, потом газом всех отравишь. Ползи, говорят, ползи, ползи. Черт! Тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах. Чтобы без шума и пыли. Офигеть, а если у меня сорвется палец с контрола? О, нет, ты умрешь тут. Блядь. Какая жесть. Мне тут нереально всех перестрелять. На цыдлах, давай на цыдлах. Сука, это внутри так страшно. Так охота в бошку ему прям зарядить, а? Все равно не умрет. Карта, пользуйся ей. Там артефакт, задняя комната. Леха, не тупи, ну все, Леха, все прошел. Потрачено все. Плевать. Потом, может, придешь сюда, и все. Надо же, прошли. Ну нифига себе тихий час. Че, все, можно бегать? Вроде выход, прыгай! Вроде выход, блин, нормально такой вроде выход. Надо этим бороду озаботить. Кто-кто, а он докумекает, как с тварями разделаться можно. Рассказать бороде? А, ну, придумай-то. F5. Вот мы опять... что сюда? К вертолетку. Ну, это выход, видишь? Смотри, а где этот чувак? Идет. А зачем мы вообще сюда сходили? Мы вышли. Ну, так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Исчезновение сталкеров. Короче, пойдем на обратно на скотовоз. В другой стороне туннеля тайник, говорят. Иди назад вот, по туннелю вот этому. Ну, пойдем сходим, коль не шутите. Да, вот. Все пишут. А здесь не будет никого? Об этом не пишут. Конечно, об этом не пишут. И что-то есть?
на один тайник, и что нам дали-то? Антидот какой-то дали. Ящик, это ящик, который мы этого забрали. Сломать его надо. Ага, ладно, побежали. Спасибо за тайничок. Отлично. О, у тебя уже броня сломалась, все. Да, я и говорю, броня сломалась, надо чинить. Так, еще мы устали. Есть у нас? Нету. А это что такое? Антибиотик. Интересно. Столько детекторов, их нужно потом продать. Да, мы продадим обязательно. И не раз, только надо вернуться. Мы все тихонечко, тихонечко побрели обратно, во свояси домой. Оба квеста мы выполнили. Да ведь? Нет. В смысле нет? Оба квеста выполнили. А, этот нужно кому-то ящик отдать, чтобы он его сломал. А что, кто там? Кому кто, только? Кто там стреляется-то? Ящик надо, чтобы сломали. Да? Да. Там вдруг что-то важное. Ребят, это кто там пулял? Трое мудаков. А где они? Непонятно. Не вижу никого, чтобы кто-то стрелял. Нет никого? Ну ладно. Так, что, точно по воде можно ходить вообще? Соснодуб за артом по квесту, говорят. Соснодуб за артом по квесту? Ну, у меня ничего здесь не отмечено. Смиритесь уж, люди, что Лёшка пропускает множество артефактов. А то у них прям так... Бомбит, ага. Вообще бомбит. Как ты мог пропустить халявный артефакт? Да как так? Да как так? Кардану отдай ящик. Мне не нравится то, что не подсвечиваются имена. Приходится по всем, ко всем подходить. С помощью антидота ты сможешь пережить выброс, если не успеваешь, ты убежишь. Прикольно. Что это? Собаки едят кого-то. Кто-то там стреляет. Да ладно, ты чё? Пускай они сами собой там дерутся. Так они наших валят. Нет же, они сами собой там. Да конечно, а кто стрелял? Прям все бомбит, что ты не забрал в Соснодубе артефакт. Да пофиг на него, ребята, забыли. Поэтому он очень дорогой. Ну, значит, может быть, вернемся, что ли? Не знаю, сейчас посмотрим. Сначала здесь дела поделаем, решаем. Но устал. Яд, которым Леха должен отравить логово кровососов, в большом мосте. Правда, надо обыскать все машины. На мосте, мост, да. Машины на месте, и под ним... Хочешь попасть на сухогруз? Прячь оружие. Сухогруз. Чтобы были видны имена, просто наведи прицел на человека и подожди. Здравствуй! Угу, точно. Попутного ветра. Как я понял, я просто хочу продать. А он ничего не берет, он такой лошара. А это что, сколько стоит? 2600. Недорогой. Недорого, да. Найдешь артефакты? Заглядывай. Ай, посмотри. Кардан, блин. Ребята. Кардан это кто оружие чинит? Кто же чинит его? Может быть, вот это зайди, торговец? Нет, по-моему, вот это. Так. Вот, можно сломать. Угу. Это легко, держи. Фора, деньги, аптечка, радиационный бинт, отлично. Крем, душа. Ремонт модификации. Шлем. Может быть, он? Шлем. Может быть, он нам примонтирует его? Или не нафиг надо? Ремонтировать, все равно новый. А что за шлем? А этот? Он хуже твоего. Ну вот наведи. У него только пси защиты есть. Да. Фигня. А вот это что такое за желтенькое? Ой, за кругляшок сфера. Душа. Блин, я все не радиационные. Надо что-то антирадиационное на себя весить. Костюм, допустим, тогда можно будет только, повесить. Только, блин, читай чат. Что-нибудь повесить. Так, что, кому нам еще нужно? Если ты 3 антибиотика найдешь и заюзаешь, сможешь выбросы всегда переживать. Так, рассказали ему все. Так, логово необходимо уничтожить, да, я подумаю, черт знает, сколько там в тоннелях. Ну вот мы как раз возьмем задание, пойдем и зайдем в ваш карадуп, или как он там называется, и сделаем там все. Все как надо. У тебя
тебя не три антибиотика? Вон, видишь, написали. А что за могли? Я могу разобраться с бандитами. Нормально. Что-то еще взяли мне. Так, давайте здесь сохранимся, посмотрим, что у нас тут. У тебя не три антибиотика? Да вроде бы нет. Типа, если три, то... Вот это вот? Два. А это что это такое? А, это анабиотик. Геркулес. Ну что, пойдем разбираться? Надо вот это только продать кому-то. Пуху продай, там пистолет у тебя какой-то. Так он не берет вообще ничего. А вот тот же наверху берет. Который вот этот? Который справа. Он там сидит. Да что ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, не проваливай. Пистолет, да? А вон пистолет ему продай. Так это стандартный армейский шлем. Это не пси-шлем. Че еще продать ему? Пистолет. А вон смотри, сколько у тебя детекторов лишних маленьких. Вот эти, ну. Давай. Все. Это что такое? Радиопротектор, не знаю, зачем может пригодиться. Гранат-то сколько у тебя? Вон еще, смотри, один. После гранатами тоже не пользуемся. После гранат наверху. Ага. Так, денег у нас 9000. Итого, если мы продадим артефакты, сколько он берет? Нет уж, 15. Артефакт, говорят, нужен. 5 и 2600. Че, почти что хватает уже. И у того за 30-ку заказать. И пойдем в Припять. Говорит, у вас отличный детектор, можете таких артов надобыть и продать за 25-40к. Круто, конечно. Ладно, пойдем давай, сначала давай, здесь не квест. Задерживайся. Выполним. Выполним квест и там по факту посмотрим, сколько денег у нас останется, сколько нужно будет, что-то продадим, что-то не продадим. Так, значит, квест. Обратно. А вот тут еще какой-то, смотри. Опа, это что? Смотрю, это... у тебя рядом же квест какой-то. Это логово кровососа, но тебе отравляющий газ нам нужен. А здесь нам нужно встретиться со сталкерами. Давай сейчас сюда. Газ же рядом, ты че? Ну ладно, так просто пойдем опять обратно. А тут газ же рядом, как так-то? В смысле обратно? Это надо опять туда идти. Так а почему он здесь? Ладно, давай сходим. Выход, где наверх, выход? Наверх, смотри, не наверх надо тебе подняться. А что-то не сделал, что ли, еще? Здесь стрелочка наверху. Вот теперь куда-то в бок. Так вот к нему. Так зачем? Думаю, тебя заинтересует. Ну-ка назад, пока ничего. Может, все-таки ему... Не надо ничего. Может, мне нужна информация? Думаешь? Отравляющий газ. Да возьмем 2000. Давай. Пум, в любом случае, пум. Да, в общем, никто не знает. Автоколонна военных когда-то везла такой газ, но не довезла. Понятно. Где, короче, его надо достать? Ну, наверное, где-то рядышком. Ага, рядышком. Ну, вот сначала сюда, потом сюда и потом сюда. Отлично. На дерево, да? Да, ну, на дерево и там кровососов давить, мочить. Отлично. Сначала мы пойдем с, там, за мануху какую-то со сталкерами. Сколько сейчас времени будет идти? Ну, не знаю. Пока что, идет? Пока что мы играем. Вот бесит, когда пишешь полезно, а ты не читаешь. Вот так вот, да? По заказам можно дороже продавать артефакты, но это надо уметь. Прикинь? Вот оно как. Бери все побочные квесты подряд, наполните огромную сумму денег, отец скелет. Вообще огонь будет бегать страшно. Это помнишь, как мы проходили, да? Первую часть. Что вообще нас... пошли в каком. Что нас... В тряпках. Да-да-да, в тряпках пошли нас там. Походно, что в тряпках. Убивали каждые 5 минут, короче. По дороге пойдем. Ой, в 5. Какой-то чувак сказал, где газ, где зачем ты думаешь. Почему, наверное, я бы пропустила. Два косаря! Продай... Юлька, нам твое невнимание стоило, два косаря, ты между прочим. Ты же не мне тоже интересно смотреть. Продай артефакты бороде, а броню сучу. У вас можно раз получить сумму для покупки костюма. Ну, вот мы так и сделаем. Так, встретиться с сталкером. Снимешь, что ли? Матрошка, говорят, матрошка нужна. Так, молодец, что пришел. Мы хотим тихо подкрасться к банюкам и знать, о чем они говорят. Дальше будет видно, я понял. Не попадайся им на глаза! Это матрошка, мало. Хватит. Смешно, да, они ходят? Почему ты так на это не идешь?
Объясняю. Там вид, как чат почитает, а? Объясняю. У них же столько советов по сталкеру, они же все знают, а я чат не читаю. Вот какой кошмар, твои люди. Сейчас успокойтесь, все шикарно. Короче, артефактов много есть, таких еще притаранить можно. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, понял? В общем, так, что у Дуби, у меня тоже есть шпалеры и снаряга, не вопрос. Ну, теперь все ясно. Валим их! Таник на крыше, под крышей, в сарае, вот в ворот. Где зашел? Ты покойник! Кидай гранату, тишку, гранату, еще гранату. Эй, тут нашего убили! Наш тебе лимонку! Держу, гада! Все бросают гранату. Ты не видел, вот его. Прикрываю. Свои. Дай. Кофе, конечно, исправится. Прикрывай, я пошел. Ты покойник. Где они еще? Смотри, откуда они стреляют. Я вот вообще скелетик, блин. Копытил одного! Вот он, наверное, крутой. Говорят, возьми кассу его потом. Пошла! Бля, сейчас своего убили. Гаси, понятно, реально крутой. У нас раненый! Тронов плохо. Кидай гранату! Облутай его, облутай. И КПК возьми. КПК это круто. Блять, у него калаш неплохой. За этот КПК долг потом даст тебе броню и пуфу. Так, отлично. Всех лутать пойдем. Поживимся, бля. Может, ты возьмешь пушку? Ну вот, за место своего трубы. Да, сейчас проверим. Ну это получится. Тут вот. Подожди. Ты все равно не продашь, потому что уже F5. Юлька-то шарит. Че, выкинуть думаешь? Прям можешь продать его сычку. Лучше отдай командиру группировки долг на Янове. Там будет квест на зачистку склада, и все вещи ты там заберешь. Вот. Угу. То есть не балуй! Оружие спрячь! Да блять, убери ты оружие свое. 2500 нам дали. Ну, и дали тайник, тайничок, да? Тайничок рядом. Как раз, наверное, будет говорить. Пойдемте сходим, посмотрим. Посмотрим на тайничок. Говорят, пушки бери, давай. На втором этаже, что ли? Говорят, вроде да, на втором этаже. Люди поставили под крышу, под крышу. Крыши под крышей. Так, пройди еще тут. Что там? Наверху нигде нет. Может, вылезти как-то можно. Лёха, иди здесь, кто-то дробаш, найди его, блядь. Ай, блядь. Нет, на крыше, говорились, на крыше. Так я понял, только я не вижу ничего. Я застрял, блядь, прикинь. Ёпта. Да не, не дал. Бля, прикинь, я внутри застрял. Так, 9. В углу, говорят, на чердаке. Где-то, надеюсь, я сохранялся вот буквально только. Что? Ты прям стоял на нем жопой. Да? Ага. А, ну вот. Ты только, наверное, всех не облутал. Я облутал. Нет, я облутал. А и... этого точно облутал? Посмотри еще раз в крутой броне. Оружие, бери зелененькие, которые, и продавай их.
Нет, желтый не бери, бери зеленый. Чувак, да пройди, пожалуйста. Да ёпты, какой ты медленный. Так, я понял, спасибо. Смотри, может, еще кого-то... Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Ой, пистолетик продать можно. Да он фигню, наверное, стоит. Ну, сколько это стоит? Копейки. 59, перевес у тебя. Ну вот. Так выкинь... А, съешь батон. Или он консервен. Так вот. Вот так вот мы поставим. Ну или так. F5. Блин, как я не сохранился перед... Крыши. Перед этим. Перед тем, как сюда пошел. Блин. Че, опять? Тут у тебя же нормально все, нету прикуса. Да пофиг, а я сироп покушаю. Давай наверху в углу смотри. Наверху в углу. О, вот это он. О, может дробач получше? Конечно, получше, намного лучше, фига себе. Так он вообще какой-то крутой. Ну все. А этот потом продаж. Не выкидывай, продаж. Мосенька, мосенька. Мосенька. Так, ребята, дальше, значит, мы идем вот сюда. Логово кровососа, найти отравляющий газ. Ну пошли. Так вот, пульнуть из нее попробуй. Как она вообще стреляет? Так попробуй. Так, что нам с перевесом делать? Давай лучше выкину, все равно много. Нет, ты его продашь. Ты так редко находишь оружие зеленое. Съешь лучше что-нибудь или... Там... О, хряк, вот как раз на него опробуешь. Давай, иди сюда. Ой, блин. Отлично. Офигенно. Отлично вообще. Класс. Ой, смотри, какой мост классный. Клево, да? Большие тут такие локации. Зов Припяти, да? Лёха, внизу значок монолит, у него тайник у чердака, там сзади от знака тайник был какой-то. Облутай его, один джип под мостом лежит на земле, облутай его. Какой-то знак монолита, что за знак монолита? Один джип под мостом лежит, облутай его. Ну нифига себе, так далеко спускаться, а потом не поднимешься. Кто-то нахрен жив с такой высоты, если кто-то упал. Давай лучше поверху сначала иди. А может с другой стороны заходить? О, кровосок. Доставай этот, может тут есть эти? Блять. Радар свой доставай. Нет, ничего. Да блять. Говорят, баллон с газом весит очень много. Не понял, как вообще пройти тут? Говорят, с другой стороны надо пройти. Типа здесь никак. Говорят, тут аномалий очень много, но мы с другой стороны заходить нужно. А здесь аномалий куча. Окей. Раз облутай джип внизу. И... Фига, тут пригорочки такие. Баллон с газом весит очень много. Нехило, да? Поэтому... Выкинь пистолет лучше. Автомат. Что дороже будет стоить? Не знаю. Наверное, автомат. На них написано цена. Все равно 50, у тебя все равно перевес. Ну и ладно, придется все выкинуть. Эх, как жалко, 1003 бы сработал. Ну где здесь джип? Леха, на 10 килограмм, говорят, весит. Слышишь, да? Угу. Здесь, ну, ты Геркулес, у тебя остался Геркулес? Да. Ну все. Будем жрать Геркулес. Кашку бомбу Геркулес. Есть лестница какая-то. Можно с другой, с той стороны пройти. С другой офигенный стороны мост, вообще классно. Красивый. Вообще молодцы ребята, классный мост сделали. Прямо смотри, ну, какая красота. Нет. А вон же внизу нет? Это джип? Нифига, фигня какая-то. Если это джип, то я не знаю. А может он где-то тут джип? Пойдем посмотрим. Опять ничего нет. Вообще тут надо базу на мосту сделать. Иди на бетонном настиле под мостом. Там есть лестница, говорят. Вот здесь вот? Я уже не знаю. А вон там впереди не джип был. Что-то там было впереди.
что-то там было, короче, на самом мосте, на самом мосте вкусняшки. Короче, иди как иди. Тоже я тоже запуталась. Потом опять будет говорить, что Юлька комментарии не читает. Какой страшный звук, однако. Вот впереди аномалия. Ты, по-моему, кинул и пробегаешь, разве нет? Ты сейчас упадешь. Пойдет. Уск потрошки, вообще нормально. Да себе, вот это тоже, мы тоже заберем. Да. Рукавить, да? И все, и опять перевес. О, калашик. Или что, нет, калашик что-то. Найти способ открыть контейнер с газовым баллоном. Давайте. Два ключа, где люди пишут? Гранату кинем туда, не знаю. Нет, нет, надо какие-то ключи, говорят, искать. Не. Сейчас, может, что-нибудь напишут. Патрошек-то сколько мы нашли, а? И что там с ключами? Пока какие ключи? Ничего не пишет. Может, в кабине? Ой, там какие-то документы лежат. Найти ключи для контейнера. Читай, может, записку надо как-то прочитать. Они вообще читают? В самом начале джип. Записка ключ, от Соколова. Ключ как-то можно добыть у Сыча, я уже забыл, но что-то с ним точно или самому зачистить. Короче, спустить к тому джипу, который ты уже видел, там сейф в кабине внутри. В начале моста там один ключ. В начале вот. Моста один ключ. Пойдем до того джипа дадим. В начале моста, говорят, ты не туда идешь, ты в начале моста где-то шел. Ёпта! Не ходи туда. Ну, я думал, он про тот лезет. Же. Один ключ на мосту в УАЗике, а другой внизу моста, там, где еще часть моста разрушена. Да? Знаешь, один в УАЗике, угу. А другой внизу моста, где еще со стороны, где часть разрушена, там, оттуда пришел. Давай на УАЗик, значит. Блин, да я устаю постоянно. Выкинь что-нибудь. Ну, а что я могу выкинуть? А, ты, ну, съешь батон. Что ж я могу... Что, не дофига висит? Или блин, вот, я оружие устану. Выкинь, пистолет. Так, пистолет, да, выкинем. Вибро сить. Вот, вот еще патрошки от него. Вибро сить. Это от... Нормально. Все, отлично стало. Как ты зашел на мост, там УАЗик, короче. Вот с какой стороны ты пришел, там был УАЗик. Там есть ключ. Нифига себе. Страшно. Ну, вообще ты по таким страшным местам. Вот он, и чё? Где же здесь ключ? Где же здесь ключ, ребята? В УАЗике будет ящик, там документы и ключ. Как я уже, значит, взял? Может, у тебя есть? Посмотри в инвентаре. Что у меня есть? Ключа. Только записки были. Нет никакого ключа. Никакого ключа нет. Блин. Говорят, для твоей винтовки нужны голубенькие патроны. Ты берешь зеленые, они для калаша. Где? Я же вас сказал, где вошел на мост. Может какие быть, еще голубенькие? 5.45, а да, это для калаша, это 5.56. Может а, быть, это тоже 5.45. В самом говорят, начале моста. У меня что, патронов-то вообще нет, УАЗик, что ли? Другой. Блин, без калаша вообще стрём. Вот тот УАЗик, да? Ну я же к нему и шел. Ты же меня обратно отправил. Так там одни аномалии. Ну так я поверху пройду. Такой я знаю, люди пишут, где ты зашел, где ты вошел. С той стороны вообще. Побежали. Ой, аккуратно, аккуратно. Аккуратно! Ёпта мать, сука, нахуй завертела, все, порвало меня в пизду. А, ешь, ешь! Классно, да, я пробежал? УАЗик сзади.
И? Там в камнях машина валяется. Упади с моста. Там, где мост сломан, в том разломе, прямо над ней лазит. Как думаешь, обратно смогу добежать? Нет, страшно. Слышишь, да? Смогу. В том разломе, где УАЗик. Говорят, направь стрелку на оружие в слоте, и автоматом покажет, что все, что подходит к уровню автомату. Охренеть. Охренеть, я бегаю. Вот это я бегаю просто капец. Водочки хряпнем, и нормально все будет. Жрать еще хочу. Покушай, покушай. Под мостом у тебя еще ключ. Грех F5 не нажать. Вот в разломе каком-то там. Блядь, чуть не бахнулся. Не-не, не падай. Выходи оттуда. Все равно выходить надо. Дай посмотри. Так ты упадешь. Упаду. Короче, вниз, да, опять надо? В джипе под мостом. Бим-бим-бим-бим-бим. А мы же там ходили, не было там никакого джипа. Ну, может, мы что-то не увидели? По бетонному настилу, вон туда давай. Говори. По бетонному настилу. Может, это вот он? Вот он. Капец. Как же мы не увидели? Ну и все обратно, да? Угу. Класс. Какой подмост? Вас там сожрут. Там уже два раза так-то бегали. Не, мост мне однозначно нравится. Он, сука, классный. Только чувак у него стоит постоянно. Аномалии! Эти документы сможешь продать сейчас. Да у меня столько документов уже, просто в ахуе. А в теле можно продавать сучу или нет? Залезли и открываем. Вот он газ. 58.00. Да. Да ладно, тихонечко обратно. Кющей! Зачем кушать? Да, кушать надо было гречевую кашу. Капец. Ага. Так, ну все, F5 нажали, да? И... Лёха, когда ты пойдешь травить сосателей, не заходи на территорию станции переработки отходов, наемники тебя отстреляют. Это я их отстреляю. Ну все, я тихонечко погнал тогда. Куды? Документы под мостом бесполезны, если чуть сюда. А посмотри, что за документы. Ты нашел вообще. Ну ладно, посмотрим. Пойдем тихонечко. Сейчас мы долго так пойдем. Хотя что нам долго-то идти? Че, говоришь, надо выпить? Геркулес? Геркулес. Побежали. А блин, все равно устаю. Но он идет хоть быстрее, да, нет? В ту сторону тебе надо? Да. Фига себе. Пилить-то сейчас допилить. Пилить не запилить. Дверь не запили. Дверь мне запили. Когда следующий стрим, спрашивают? Да так еще этот не закончился. А вам уже следующий подавай. Так, лучше мы его... Блин, я аптечку сожрал. Да блин, бин сожрал. Ну я вообще жгу. У тебя патрошек-то вообще не осталось. Да, зато у меня вот пуха нормальная. Пуха для четкого пацана. Юля, как тебе фильм «Голодные игры», «Сойка пересмешница», вторая часть, пойдешь на него? Да. Наверное, кто? Он еще не вышел? Там, где вертолет СКАТ-5, есть шанс 30% найти очень классный артефакт от радиации. Ну туда-то я точно уже не пойду. Вот в дерево, как он, дерево, камень. Сосадуб. Соснадуб. Туда мы пойдем. А вот к вертолету не пойдем. Давайте пробежимся чуть. КС будет? КС? Нет. Надоело, ребята, играть в КС. Бесконечно стреляться там ходить. Это что это впереди? А. Показалось. Так, нам туда.
Блин, жалко, вы что... Вы сталкер играете? Жалко, что нет у нас... Грядский Геркулес, надо еще энергетику. Да, вот энергетики-то нет у нас. Зато есть водка. И в путь. Да, водка нам, конечно, ни капельки не помогла. Но все-таки... Нормально, пики-пики. Там наши друзья ходят. Еще чуть-чуть осталось. Все, время-то 15:54, вышел 8 часов, вот в 4 часа дошел. Устал. Что, чинить мы не будем, да, броню? Потому что сейчас купим новую. Да. Ну не сейчас, а сначала мы газом затравим этих кровососов, да? Так ведь? Mm-hmm. А потом сколько денег заработаем? Нам же дадут бабло за это, надеюсь. Mm-hmm. Да. Пусти. Место безопасное. Ну, открывайся. Да, будешь травить сосателей, трое из них выйдет. Так, давайте сохранимся, если на всякий случай сохранимся, как абракадабра, вот так вот, бэмс. Здравствуй, сталкер. Чё, как да? говорится... А, я сорвал бандитам сделку с оружием. Ну, это надо. Давай, говори. Бэм, трупицу пойдет. А, еще, возьми у него еще какую-то торговля, работу. Торговля. Ничего не надо. Возьми у него еще какую-то работу. Да нет, пока не будем брать. Будет чего интересного. Нам куда? Заходить. Куда вообще, по сути? Наш Скадовск всегда на месте. Никуда ты же что-то сделал. Я же что-то сделал. С чего можно какие-то вещи продать? А, ну все, нам на кровососов идти. А, иди продай вещи. Да, пойдем. А то у тебя побарыжим немножко. Много всего весит. Может быть, подружки? Ну что? Говорят, ему документы какие-то можно продать. Смотри, которые не про. На мосту автоколонны. Да, вот да, эти. Говорят, они бесполезны. 2400. Ну все. Все, да, мы продали их. Да. До встречи. А еще что-нибудь продать нельзя? Все? Точно мы их продали вообще? Да. Че, поторговаться? Все артефакты продай, зачем? Ему? Не знаю. Давай. Продай арты бороде, говорят. Бороде, говорят, продай. А почему бороде? Видимо, может, он больше берет. А борода это где? Не знаю. А, может быть, это тот, который внизу стоит? Да, он также дает. Не, а может быть это в Янове, который? В Янове он на 1000 дешевле давал. Вот зачем они полтора килограмма весят? Зачем они тебе нужны пока? Бамс! Поздно, ребята, все, продал. Я их все продал. Сейчас по-любому будет в чате. Блять, там тот артефакт можно было нацепить туда-сюда. Блин, ё-моё, не надо. Но все равно. У тебя 605 каких-то патронов. Что это за патроны? Это для калаша, мне калаш нужен будет. Я бы для калаша вообще бы прицел бы купил. Фига себе, вот же у него, смотри, броня. Где? Вот это? 31 тысяча у него. А стоит. Мы за 30. А там было 32. Все, бери, покупай. А у того за 30. У того было за 32. За 30 у чувака, который достать. Ты что это за. Ты купишь и за 31 и все. А тот еще принесет дерьмо какое-нибудь, да? И да. А свою продай. Свою продай. Вот. Пум. Пум. Круто. Все у нас что-то обновилось, значит, да? А, так, сначала с кровососами разберемся. Так, че, мужик, подожди, подожди. Шлемак-то, че за шлемак? Продавали. Он нам не нужен уже. Да. Угу. Продать. У нас 16 тысяч. А может, что можно у него купить? Что можно у него купить, ребята? Угу. Патрошки угу. Для себя. Для своего оружия. Нет? Патрошки. Хи-хи. Патрошки. У нас патрошек, да, вообще для него. Как бы, это что, это тоже 5.45? У нас для калаша прямо вот... Я бы сейчас, конечно, купил бы. Ты его найдешь, ты что, издеваешься, что ли, покупать опять тысячи? И прицел к нему. И пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Купи прицел. Да давай купим. Да 5 тысяч тратит, ты что? Да плевать. Ты улучшишь себе лучше броню, ты что, на эти деньги? Зачем? Да пофиг. Не надо. Сейчас пойдешь кого-нибудь убьешь, и у тебя будет калаш. Вот такой редко бывает. Что ты взял? Вот такой редко бывает. Что-то я сомневаюсь. Давай хотя бы прицел возьмем. Давай, говорю, прицел возьмем. Сколько? Чего он фигню стоит? Вот прицел мы взяли. А патроны для своего? А патроны для своего. Вот они, по-моему, 5.56. Вот патрончики. Говорят, борода был на первом этаже, он бы за 35К40 взял, а ты продал за 25. Ой, я перегрузился вообще что-то. А как я мог перегрузиться? А ты давай сохрани. У тебя просто, наверное, большой, много весит этот. Перезагрузи и продай за 20, за 35-40. Ты же только что сохранил. Да плевать. Что сделано, то сделано, ребят. Я перегруз. Может, улучшить можно кого-нибудь? А, давай. У него нельзя. У него нельзя. Может быть, тут еще кто-нибудь есть, кого можно улучшить?
Иди, иди, нечего тебе тут делать. Такой гад, сначала с ним забарыжили, тут потом. Две бутылки кардана и скидка. Кардан, по-моему, занимается. Точно, кардан. Кардан. В котором ты... Вот, бля, нифига как быстро его ставим. Так. О, ремонт, модификация. Сейчас сначала мы его попоем водочкой. Ну, попочим. Да в руки не дрожали. Две бутылки только. Две бутылочки, он еще в адеквате будет. Давай, пей. Это, чтобы работа спорилась. Правильно. О, видишь, сейчас работа будет спориться. И нормально все, заремонтируем. Ремонт, модификация. Установка керамических пластин. Остальное нам нельзя. Для грубой работы можно. Эх, это на Янов нужно идти. Ну давай ключ. Хотя бы вот так что-нибудь поставим. Угу. Может, на Янов сходишь или куда-то? На Янов, да. На Янов, да. А сходишь? Нам все равно туда надо. Ну это деньги тратить туда-сюда. Тебе тут нужно сначала этих убить. Нет, сначала давай. Блин, ну. Ну у тебя как ты будешь ходить туда? Может быть. Тихонечко доплетемся, там газ скинем, минус 10 кг. Там говорят эти. Три кровососа. А ты еще хотел нас оснаду. А КПК, что там с КПК-то замутить надо это было? Долгу отдать и там какой-то. Кому-кому? Долгу какому. Ну, а долгу. Где его найти? Не знаю. Не помню. Там дают броню и крутую пуху за него. Ребята, пишите, где его найти. Ты нашел шутника баржу, никого не нашли. Ружку починили, чини М-ку. За неделю подожми какой-то. Чё М-ку не починил? Один инструмент на лесопилке, другой между железным весом и аномалией. Какую М-ку? Где вы тут М-ку видите? Долг на Янове. На Янове. Угу. Ну, значит, тихонько пошли до монстров, чё. Далеко они? Да, доплетёмся. Потихонечку. Время 5 часов. Хочу посмотреть, как ты сейчас выглядишь. Как не посмотреть, как ты выглядишь в своем костюме? Наверное, нет. Нет, не в ту сторону я пошел. А, долг на Янове сколько? На Янове не помню. Янов, вроде бы. Янов. Янов. Бежать нельзя. Надеюсь, там нам и не придется бегать. А то мы не сможем. Ну, я думаю, ты там их потравишь, избавишься от баллона, они вылезут и шлифт. Ех, сука, пив-па, пив-па. 20 гранат. Что, 20 гранат? У тебя 20 гранат. У меня 20 гранат? Серьезно? Отлично. Серьезно, 20 гранат? Угу. Ты всякой гранатами? Пёсик, иди ко мне, хороший. Чё, всё? Нет больше, пёсик. Я избавил его от такой жизни. Так, и чё, легче мне на сколько стало? Сколько одна граната весит? Ого! 30. Ну всё, пошли. Это если мне их все выкинуть, долго то... Долго ещё стрим, долго ещё стрим. То, хорошо. То не знаю. То я, зайди в принципе, пещеру под хутором. Соглашусь немножко. Так, не забудь, Юля, что нам нужно зайти с тобой. Лучше продал, говорят, гранаты. А, в дерево. Ну, лучше продал, да, но я уже ушел. Да, сосна дуб. Опять свиньи морды бегают, а один свиньи. Падающий какой-то. Реально бы лучше продал. Да расстреляй ты его. Правда. Зачем? Оставь на кровососов эти. Сука, иди сюда, бля. Нормально он лёгкий. Ну, он это заслуженно получил. Да. Так, мне уже полегче стало. Чё, сначала разберемся с кровососами, да. Или кородуб, дерево там. Да чё впереди у тебя будет? Блин, даже вообще нисколько пробежать не могу. Что там у нас с Геркулесиком? Бэмс! Вот и хорошо. Надеюсь, там по-быстрому все будет. Что, прямо пойдем?
Ребят, можешь же по воде ходить? Ничего страшного, конечно, да? Конечно, можно, что будет. Ну, мало ли. Давай, ты же взял Геркулес. Беги. Бегом. А я все боялся по воде ходить, думал там. Выложите поскорее на YouTube это видео, плиз. Всякие плавы. Кто-то уже смотрит и думает о том, как бы это выложить. Ребят, не забывайте YouTube. Подписываться на Twitch. Ссылка в описании. Подписка совершенно бесплатна. Или как ты относишься к тому, что Алексей использует нецензурную лексику? Блять. Алексей всегда уместно использует эту нецензурную лексику, и очень даже бывает порой забавно. Поэтому, в принципе, я равнодушна. Но бывает иногда перебарщиваю. Также, ребята, не забывайте зайти на Омское ТВ и найти наш ролик How Fast May и поставить лайк. Обязательно это сделать, если вы еще это не сделали. Заодно посмотрите ролик новый. Да. Новый ролик. Что-то я уже где-то здесь. Говорят, на хуторе сгоревшем крутые тайники. Может, ставить на вход? Все? Говорят, сейчас подождать, сейчас они будут носить. Что они, говорят? Лососы сейчас прибудут. Воняет уже, сука. Кто-то уже был, кто-то уже вышел. Сказали трое же. Может, ошибся. Все. Всего двое, чуваки. Пошли на Соснодуб теперь. Ну, уговорили. Где ваш Соснодуб? Где-то... Где-то вот там был, да. Здесь? Нет. Нажми на локацию в кружочке. Там узнаешь название. Ну и нажми, а подержи. Вот он Соснодуб, да. Я правильно, да, на него смотрю? Угу. Ну, пойдем. Подожди, это следующий вот этот, да? Угу. Говорит, на сгоревший хутор иди. Нет, вот Соснодуб, да? Да, говорят, там на вершинке крутой дорогой артефакт. Пойдемте, залутаем. Так, сейчас, значит, что мы делаем? Комбинезончик мы уже взяли себе такой неплохой, да? Мне кажется, сейчас нужно найти пойти на Соснодуб. Опа, артефакт. Это кто? Добыть артефакт, потом сдать квест. А, свои. Потом сдать квест, потом на енов проапгрейдить себе. Пускай стоит. Они еще подержали тебя. Блять, они еще в меня сейчас попадут. Давай, иди наверх. Только не забудьте детектор. Охренеть. Давай наверх. Ай! Блять, надо сохраниться, а то я... Ёбнусь туда еще. Ну, может, какой-то другой стороны вход. Удобный есть. Вот, может, здесь? Может быть. Что-то как-то тоже ни разу неудобно. Говорят, внизу тоже есть артефакт. Давай осмотримся. Вон там, вон с той стороны легче заходить. Но... Ну вообще, вон с того, да, вот ты прям посмотрел. И говорят, внизу еще есть, давай посмотри. Да там пиздец. Внизу точно должен быть. Давайте сначала наверх сходим. Так ты внизу проходил? Нет, мне кажется, с другого. С этого, да? Вот корявенько такое, во все стороны. Берешься, тут может быть. Ай, блядь! Все, ищи, давай там. Было где-то, да? Было. Вон. Бери, быстрее. Кровавый что-то там. Это ж, по-моему, уже был такой. Давайте еще раз наверх залезем. А может, они вообще все внизу, ребята, а? Наверху, в середине, говорят, самый дорогой еще. Прыжками.
где-то тут. Он должен выпасть. Вон он выпал. Ах, иди. Мое сокровище. Моя прелесть. Давай посмотрим, что за артефакты вообще. Зачем? Сохранимся прямо здесь, это так красиво. Так, что за артефакты, да? Ага. Вот он, моя прелесть. Колобок. Восстановление здоровья плюс 4. И еще один. Подожди, а у нас спасает от радиации плюс 2? Ни хера не спасает. А еще один где? И вот он. И... Крош камня. Неплохие. Эй, собачки. Знаете, что у меня для вас есть? Ловите. Блять. Вот суки, обозлились только. С ножа сейчас поросюшку запарю. Я как бы спуститься сюда. Ну чё? Идем на обратно? Протай арты, броди. Угу. Но сначала надо дойти. Не продавай колобок, он на задание. Колобок не продавать? Да. Который ты нелегко нашел. А что у нас с колобком? Для какого задания? Я уже не помню. Не знаю. Это ну, видимо, понадобится для какого. Чё там, правильно идем. Тебе же еще нужно найти каких-то чуваков, которые бухали там, помнишь? Какого-то шушеру или еще. Мы, по-моему, уже это выполнили. Задание. Нет. Фу, смотри, какие мрази, как из Resident Evil. Фу, гады ползут. Бежим нахрен отсюда. Валим. Так, есть что у нас фигануть там? Ничего нету. Вот бляха. Сейчас хоть перегруза нету. От газа избавились. Он, сука, очень был тяжелый. Ну и что, сходил, не нашел нигде калаша. Зато два артефакта поднял. Артефакт, сейчас который ты хотел купить обычный. Который я что хотел как-то купить? Который ты хотел купить, но обычный калаш. Который... Ну, обычный калаш. Чем у тебя обычный калаш? Ну, я к нему прицел прифигачу. У меня патроны для него целого. Один мужик, которого нужно найти, лежит в кустах около снаду. Ребят, вы чё? Скелет рядом с этими деревьями лежит, как раз сыпишь. Ребят, вы чё это так поздно-то сказали, а? Колобок нужен. Мы же только что там были. У меня же задержка. Не, я понимаю, задержка может быть у девушек, но... На Твиче задержка. Твич, у тебя-то почему задержки? Слушай, я куда припиздил вообще? Я думаю, я пришел на скотовоз. А скотовоз-то дали я? Да, там скелет, все эти штучки, скелет. Эй! Иди сюда, скотина! Ай, не кушай меня. Иди сюда, поросенок. А мне пофиг поросюшка. На них. Один лежит возле сосна дуба, второй лежит в пещере под сгоревшим хутором. Все. Офигеть. Элементарно, не надо никого искать, выполнишь это задание. Ну давайте, я уже дошел до корабля, до скотовозка. Отчитаюсь сейчас здесь. Отчитаюсь здесь, а потом на Припять. А, на Припять-то, блин, это ж... Тут же квестов полно еще. То есть вы предлагаете пока в Припять ну, не пилить? Походи пока тут. Сталкер, на нашем судне оружием не машут. Окей. Спрячь пушку. Так, что нам? Привет, брат. Как говори... Продавай ему, давай. Так, сначала, подожди, я уничтожил. 5 косарей, нормально? Как пойдет? Продавай ему. Не ему. Ему, броде. Чем продать? Нет, это оставь, это нужно. Вот это, да? Ага. Ну, такой дурацкий. Это точно нужно? Говорят, нужен для на Енове нужен. Задание. Так что оставь. Ты что всегда успеешь продать что-то? Ну, ладно. Так, а что у меня есть? Найдешь артефакты? А ничего у меня и нету. Посмотрим. Ничего больше-то у меня и нету, друзья. Друзья. Без ВСС в Припять даже не ходи. А что такое ВСС? Карт один детектор продают, все. Где? ВСС не знаю. Детектор это он надо нам, наверное, к Сычу подняться. Сыч, мужик, я несу тебе детектор. Ну что? Готовь бабки. Так, у меня такой же, да?
960 рубликов. А давай посмотрим, что можно купить. Глушак у него есть. О, блин, новый китайский появился. Тебе не нужен глушитель? Глушитель? Вот что мне нужен, геркулесик. Сколько он стоит? Нормально. Вот, послушайте, мужики. Глушитель я возьму и гранаты, да, продадим. Я им все равно не пользуюсь. Угу. Глушак, сколько он стоит? Возьмем. Я все-таки возьму калаш. Я заслужил. Да. Зачем тебе калаш? Блять, подожди, его же надо. На него просто так ты не наденешь прицел. Давай, давай, не задерживайся. Сейчас нам. Стоп! Сейчас нам Василий. Да хватит ему водки давать. Пойдется. Не наденешь на него. Надену я. Этот не наденешь глушак. Инструментов нет. Крепление для оптики я купил. Что еще? Все. Бля, я точно для калаша купил это? Че это такое? Прицел ПСО-1. Для прицел советского производства. Во! Так, это надо тоже докупать. Во, теперь с калашом. Это обычный калаш. Ну, никто не говорит, что он не необычный. Обычный, так обычный, чё? А, ну что? То, тайничок, Юлька. Тайничок. Пошли, как раз на дуб найдем этот скелет. Время чё? Время-то 7:30. Поспи. Да, где там можно подрыхнуть? Сейчас будем полчаса искать спальню. Не помнишь? На втором этаже. Ой, мама. Где ты же спал, спал? На втором? Нет, не на втором. На втором? Нет. Вот. Дурак. А, да, на втором. На втором, на втором. Дрыхнем. Дрыхнем, дорогие друзья. Юля Модер, дай бан ему. Кто там бан? Кто там? Кто там? Кушать хочет. Кушать хочет кто-то? Я хочу кушать. Кто там в чате безобразно? Слушаю тебя. Дала уже. О, опять они пошли на улицу. Здравствуй. Утречка все-таки. Эй, вы что это закрываете? Привет, брат. Слушаю тебя. То есть мы квест, да, как бы пройдем? Во, калаш. Отлично. У нас три сколько патрошек для него. Ого. Прям можно пострелять от души. Собачек там во всяких. Так, а стрелочка у нас что нам обратно почему показывает? Ты иди, иди к тайнику, а потом к Соснодубу. Стрелочка у тебя же показывает такую другую локацию, по-моему. А потом так. К Соснодубу посмотришь там скелет. Как скажешь, мать. Еще какой-то чувак в пещере лежит. В пещере? Что-то не быстро ли мы устаем? На сгоревшем утре, насколько я помню, есть тайник. В одном из домов там вал. Ты же любишь вал. Вал? Да. Да ну ты шутишь. Я обожаю вал, Юлька. Я даже в батле там... Четвертый. Какая последняя батла? Четвертый же? Задание выполнял, чтобы получить вал. Вал это круто вообще, да, я люблю вал. Давай, к Соснодубу, потом сгорит. По-моему, он тоже 55-56 ведь для него потрошки. Соснодубу, а потом из сгоревших хутор пойдет. Не, я сначала на тайник рулю. Ну да, да. Туда, туда. Винторез там, говорят, а не вал. Ну, винторез, вал, это, по-моему, одно и то же. Винтарис, вау. Почему винтарис? Винтарис. Тайник, почти дошли. Почти, почти.
немножечко осталось. Еще артефакты могут быть в железном лесу. Там аномалии электри, и в них есть парочка артефактов. Так. Так. Это что, нам сюда залазить? Я не знаю. Куда это нам надо? Вот где-то тут. Ой, ой. Опять застрял? Опасно, опасно. Может, вот тут включи фонарик. О. Вот фиг когда-нибудь сюда бы зашел, да? Ага. Блин, ой, смотри, энергетики? Да. Красота-то какая, смотрите. Кто-то спрятал. Все заберем. Отлично. Ништяк. Давай иди теперь. Бля, вылезти не могу. Мужики, привет, я тут под камнями лажу. Сохранись. Так я вроде сохранился. Еще раз сохранимся. Вот так. Сосна-дуб же рядом. Вот. Сосна-дуб. Вот. Там должен быть какой-то скелет. Там, кстати, еще есть собаки-кровососы или кто там. Бегает. У тебя есть калаш. Я буду их валить сейчас просто. Уничтожать, унижать буду их. Ах! Ой, запаниковали. Ах! Лёва. Как хорошо! Пошла пуля! В кустах. Пуля дура штык, молодец. Так, в кустах. А почему на карте тогда его как-то не показывают? Не знаю. В кустах скелет. И это кто-то там идет на нас. Может, сверху можно посмотреть. Собака злая. О, блядь. Подожди, подожди. Пойдешь ли ты на сгоревший путь? Дай, блядь. Невозможно. Пойдешь, нет, на сгоревший путь? Вон даже. Он собаки есть, что ли? Нет. Снорк. Сука. Ты пойдешь на сгоревший путь или нет? Бля, мощный какой калаш наш, а. Да подожди, давай сначала здесь за рулем. А вон там вон, кто лежит? Вон. Я нашел его. Если б не калаш, блядь, надо бы же мне тут пробежать. У тебя ничего не стало со мной. Вон он, впереди, впереди. На этом снорк. Нет, я его, сука, убью сейчас. Не убьешь. Ого. Вот он, шутник. Теперь я уверен, что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с Карданом и Баржей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу куда я дали? Артефакт, до них дойдет, кого где надо это было слушать. Вот, ну, щелкай на кружочке. Видишь? Ну, по-моему, дальше где-то. Повыше. Старая баржа, аномалия. Вот. Крывший хутор. Прямо по дороге. Пойдем сейчас. Пойдемте прямо. Чего ты тут? Пи-пи-пи-пи. Блин, я вот... Что-то много я тащу, блин. Давай что-нибудь скинем. Покушай. Покушай. Давай покушаем. А что за шлемат у тебя? Хер его знаю. Продать надо будет? Противогаз. Защита твоя большая. У него? Mm-hmm. Может пригодится он? Может быть. Зов Припяти есть? По-любому какой-нибудь. Пси-излучатель очередной. Наверняка, да? Ура, все радуются, что ты идешь на сгоревший хутор. Говорят, там очень много арты. Да? Да. И еще, по-моему, там должен быть наш в пещере второй клиент. Так, на дорожку выйдем и по дороге пойдем. Второй клиент должен быть там. Собаки бегают, сука, злые. Так просто ты не попадешь. Как тебе мой калаш, а? Клёвый. Он вообще, сука, лютый. Да пошли давай на хутор. В Припяти возле детского сада есть. Так, у меня же есть. Сейчас мы... Ах! Ах! Горючая смесь, побежали, Вася. Сейчас быстро дойдем. Добежим вернее. Говорят, где-то тут в пещере должен быть второй чувак. По заданию, который глухарь дал. В пещере? Ну, посмотри. А где пещера? Где-то
снизу в пещере. Так я, подожди, я не понял, я зачем в хутор-то пошел? То есть там пещера? Внизу хутор есть пещера, и там второй чувак лежит. Ну ладно. А еще здесь очень много артефактов, говорят. Ну, это хутор, пусть. Нет? А нет, это не хутор. Это еще не хутор. Дальше? Вот он, по дороге дальше идем. По дороге летним днем, на-на-на-на-на. Леха, как ощущение от атмосферы. Ну я, ребята, играл в Сталкер. Я бы вообще хотел бы сделать такую игру. Вот такая же локация, да, что-то такое же, такая же атмосферка. И сетевая, и типа Раста. В Расте, вот новый сделали Раст, но там уже нет вот этого. Такой атмосферы, которая была в первой части. Ну, в Дев, Альфа, там, не знаю какая. Самая первая, которая была. Там нету такой атмосферы. Помню, как мы играли там ночами, топили металл, сидели. А в новой там что-то как-то не то. Помню, там деревня ХФМ у нас была. Ой-ой-ой. Ой, там, по-моему, зомбари. Нет, это там свои. Ну ладно. Бандюкан. Иди в пещеру. Бандюканы там сидят. Ну, вон аномалия, смотри, сколько. Так, шестерочка. Сохранись. F5. Входи в пещеру, на карте она выглядит как Т. Да, блядь, бери ты его уже на... Побежали отсюда, блядь. Еее! Что говорят, они дают? Что-то такое вообще? Винторез на крыше сгоревшего кристалл. Дома есть. Серьезно? Да. А где крыша? Хм, тут крыши-то нету. Тут два сгоревших дома. И тут впереди. Вау! Опасно такая. Палочки говорят подняться можно. Посмотри вот этот бок. Вот посмотри, правее, право, право, направо движется. Направо. Ну что там? Вот, вот подняться по ней. Да, блядь, застрял. Ты с другой стороны пойти. Бля, не падай, мужик. Говорят, там интересный бок. Вот именно здесь. Что такое красное? Я не знаю, потому что все горит. Ничего, что не горит. Почему он двигается, я не понимаю. Кто двигается? Ну вот мой. Мой артефакт будущий. Тут может это интересно, смотри в оба. Ты сейчас бы говорит, пропустил. Ребята, ну-ка смотрите в оба. Где винторез наш? Ай, блядь, ёб твою душу мне. Это я вообще нормально зашел. Я без палки, блядь, пизду на этот дом, короче, я пошел следующий. Ну, может быть, вон там? А, может быть. Клиенту тут надо второго. В пять. Страшно жить. Моя прелесть! Моя прелесть! Охрененно! Теперь тебе нужно найти на карте в виде буквы Т, говорят. Красавчик мой! На карте в виде буквы Т пещерка. Посмотри на карту. На карте в виде буквы Т. Приблизь, приблизь, на горящем хуторе. Там есть, ничего не вижу. Пещерка в виде буквы Т? А
вон, это не она, не может быть она. Нет, не может быть она. Это буква Т? Ну, фиг знает. Ну, если это буква Т... Ну, короче, ищи, короче, тут то пещеру. То я не знаю. Сгоревшим хутором. Так. Давайте какой видимый Сережа. Да, бля, хорош. Ищи пещеру под хутором. Так, пещера под хутором. Еще раз сохранимся. Пещерка, пещерка. Вот здесь, наверное. Мне кажется. Рядом с хутором есть одна пещера, трещина. Да-да, она, говорят, это она. Вот туда, например, ты. Взял, наверное. Вот здесь вот? То есть туда все-таки. Ну, окей, пошли. Тихонечко побрели. Че, правильно? Вот сюда. Да блин, давай что-нибудь уже випьем. Задолбал. Че так быстро? Вот. Не надо? Ну, видимо, да? Уходи отсюда, мужик. Ой, блядь. Так, подожди. Страшно, конечно, игра сохранена. Пошли. Подожди, подожди, почему-то... Что за потрошки-то ей нужны? 9.39. Вот в чем проблема-то. Потрошки? Уходи, пока цел. Там контролер говорящий, удачи, Лёха. Тут понял. Тут защита, говорят, нужна. Защита нужна! Я себе, блядь. Как где ты вообще? Я вообще, блядь. Пойдю-ка. Я вообще как? Так, вот это, куда я смотрю? Пси, защита нужна. Хорошо, что ты сохранился. Одевай свой шлемак, дурацкий. Вот это поворот. Вот это поворот вообще. Ты же сохранился? Конечно. И то, давай, шлемак одевай. Блин. Так. Вон, видишь, у него защита какая большая. Блин, он не одевает. А если ты оденешь его без костюма? Все защита, вот какая большая. Уходи, пока цел. Сейчас перезарядимся. Ты уверен, что ты этим убьешь? Конечно, убей. О, шлемак какой хороший. Да он ничего не успел сделать просто. Сам пригодился. Это какой-то ящик у него там сзади, смотри. Мужика тут зафигачил. Там ящик какой-то сзади. Да, мужика попробуй полутать. Так я только что лутал. Тот, который убил. Так это ж не мужик. Это не та пещера? Та подальше. Вот ё-моё. Что это? Мы зря тут ходили, что ли? Ну, сохранимся. Вот, видимо, да, говорят, что та пещера. Ну а как же, а где же дальше-то? Смотри, еще покажется. Ну вот, может быть. Наверх. Там на верхней полке еще что-то было. Вот, может быть. Вот. Ну, походи вокруг, я поищи. Ну, или вот, да. Так, это, блин, в какую сторону? Фигово, что он точки не ставит. Вот так. Пробежимся. Вон там не разлом. Вот. Ну, не пойду туда. Это кто воюет? Бандюки, что ли? Вторая пещера прям под хутором. Вот, вот, может быть. Может быть. Сохранись. Выбрось, найти укрытие. Я думаю, это пойдет. Хочется укрытие. Наверное, вот эти.
тут тоже надо надевать шлем? Не знаю. Ну, кажется, тут вот эти. Ой, блин. Нам надо скелет найти. Какие они опасны. Надеюсь, что... Ёпта, блядь! Нифига, выброс! Пусти меня, блядь! Задание обновлено, встретиться с Глухарем. Так все равно наверняка здесь. Пещерка, артефакты есть тоже для Припяти. Леха, иди в комплекс. Нашел, пещер, нашел, пещер. Нашел, нашел. Кардан, алкаш старый. Как набухается, зад от стула оторвать не может. Ну да как же. Выброс, тут выброс. Надо получше осмотреться. Какой нахер выброс? Еще и на нас шутник уехал, молодым типа слишком. Ни черта не сечет. Выброс на улице. Не выходи. Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и фить с концами. Съешь. Пока я кардана успокаивал. Да все нормально. А, ну давай съем. А мне что теперь? Нет, нет, пещере, говорят, выброс не уйдет. И водка это дерьмо. Тьфу ты. Ждем тогда. А так классно все начиналось. Артефакты, говорят, потише. Что-то я туда очкую, заходи уже. В жопу эти артефакты, блин. Не хочу вздыхать. Все, аномалия были артефакты. F5. Ну давай, еще выброс. Говорят, был антибиотик в той пещере на букве Т. А если соберешь 3 антибиотика, съешь их, и никогда выбросов, блядь, не будешь. В натуре? Да. Ничего себе. Там написал, может, сходим? Может быть, и раз, сходим. Раз, два, трех. Ну, то есть он один раз действует или постоянно? Ход там написали постоянно. Типа больше никогда не будешь умирать, если съешь. Типа они такие редкие. Ну чё, выброс какой долгий, а? Устал. Может, что-то можно тут? Продашь потом? Сори. А думаешь, он много стоит? Ну да. Ну, нормально, достаточно. Как же ты же выпил Геркулес? Почему ты не можешь бежать? Кир его знает. Млисипусечка. Млисипусечка спит. Да. Дюк. Дюк, пиздюк, спит. Какой три антибиотика вас обманывают, выбросы будут всегда. Ну, ты говоришь, что если ты их съешь, то выбросов умирать не будешь. Значит, это бред. Почему? Может, просто кто-то не знает. Выбросы а я точно, я буду. Точно не взял, Юлия, я точно... Точно, так, говорят, на верхней полке уже говорили, не взял, не взял. А, вот, нет. А это что? Три антибиотика у меня есть. А нельзя их? Позволяет пережить выброс. Ну-ка, нажми. Ну все, значит, я взял, потому что я все взял. Обманывают, значит, нас, говорят, да? Говорят, найди ломать мясо в пещере и не продавай для задания на Припять. Да пофиг, давай. Валим обратно. А тут глухарь где-то должен быть, он сказал тебе, пойдем куда-то. Ну? Смотри, где глухарь. Все, он исчез. Вон, а вот он. Он возле... Скотовозка. Эй, бля, это кто? Блять, а? Суки. Атаковали меня. Как-то они внезапно появились, да? Там еще дрянь какая-то бродит, колобродит. Хотел бы жить в таком мире. Идите сюда!
Я вас накормлю свинцом, сутки. Очень опасный мир. Ну как вам? Вкусненько? Вкусняшки дал. Мне понравилось. Что из них продать можно? Там, говорят, артефакт хороший для Припяти был. Ну да ладно, ребята, мы уже ушли. В 30-й раз туда не пойду. Все, я вообще истощен. Блин, я не знаю, что делать сейчас. Так сейчас продашь, вон, смотри, сколько всего. Ну я не могу вот эти пухи продать. Вот и это не могу продать. Блин, а? Придется выбирать. Сейчас же не зря есть эти. Может, и не те все-таки. Так, Каренс, я отсюда уйду и больше никогда не вернусь. Иди, продай. Как говори... Бородатый... Что ему продать? А, он ничего не берет. Вот, значит, сычу. Вот мы продадим эту штучку. Зачем весит? Пофиг. Все, пошли. Сычу. Сыч. Разузнать, где... Да что ты топчешься? Если есть что... Зачем нам сыч? Продать ему? Да. Вон. Что-то не понял. Я же глухарю шел, а глухаря так и не нашел. И противогаз продай. Блин, противогаз может еще пригодиться такой? Химзащита. Хер на него, да? 4 килограмма весит, да? Так, что еще? Может, потрошки какие-то лишние? Нет, потрошки все нужны. Вот, возможно, кроме... Нет, это тоже все надо. Потом ты делал... Блин, 3 КПК! А они весят фигню вообще. Ну если только самому батонов сожрать. Да? Продай барахло, закажи экзоскелет. Иди, нечего тебе тут делать. Будет больше, почти бессмертный. Ну блин, мы что, зря вот это что ли брали? Ну это нужно нам для Припяти, чтобы пройти по квесту. Пойдем. Здравствуй, сталкер. Будет чего интересного, заходи. Подожди, наш скаду... КПК, еще глухаря мы должны были встретиться. Глухарь куда-то... Шес. Короче, надо глухаря и нам искать. И куда нас отправляют? КПК Кардану отдай. А Кардан-то кто? Это который водкой поет. Я нашел КПК, взгляни. Баржа шпинка один нашел неподалеку. Бэмс. Нормально. Так, узнать. Здание выполнено уже сразу же. И чё? И всё? Может быть, ремонт-модификация? Ремонт-модификация. Ничего. Ну, это на Янове сделаешь. Ну, ладно. F5. Так, давай сохранимся как-нибудь абракадабра. Иди в домик на порт. На всякий случай. Ну что, все, валим отсюда? Броня вот эта, которая тебя защищает и выносит мутанты и прочие аномалии. А экзоскелет так не может. Вот, поэтому не зря ты такую броню. Понятно. Пойдем искать в глухаре. Так, ну что, мы постреляемся чуть-чуть? Портовые краны идем. С нашего вала, да? Идешь, да? Да, мы туда идем. У тебя 10 патронов всего. Может, ты для лучшего оставишь, для лучшего случая. Всего 10 патронов. Ладно, говорил. Будем использовать. Калаш, он у тебя бездомный. Калаш вообще у меня четкий. Портовые краны. Что там, бандюки, наверное, схватили его, нет? Прикинь, это все надо было рисовать и все делать. Да, офигеть. Да. Молодцы вообще, ребята. Говорят, это оригинальный зов Припяти или мод? Нет, это оригинальный. Это со Стима прямо. Прямо, как, не знаю, что. Купленный. Оригинальней не бывает. Зато тут он должен быть. Туда мы пойдем, не пойдем. Ну, там мужик какой-то стоял. Че, ну туда залезть? Стрелочку наверх не показывает. А ну-ка посмотри. А, нет. Наверное, все-таки туда залезть. Ну, вниз стрелочка показывает. Внизу. Ходи вокруг да около, может, найдешь. Ладно, пойдем, сходим до мужиков. Вон старший стоит.
Так ты к нему обращайся. Давай, старший, побазарим. Боже, хлоп. О, у меня есть КПК торговца Брыга. Кого можешь заинтересовать? Не знаешь, Сыча? Значит, Сычу все-таки надо продать, да? Привет, брат! Зря ты не взял ломать мясо, когда будешь команду для похода в Припять собирать, то одному челу надо будет ученым этот артефакт от артефакта отдать. Если ты ему колобок и ломать мясо притаранишь, то он с тобой пойдет. Нужно команду, оказывается, еще для зова Припяти собирать. Данила. Слышишь, да? Угу. А ты не взял. Блять, это что такое было сейчас? Мэра, обходи, обходи эту шелупой! Нет, они... На, сука, яблочко! С кем это они? Ребята, ничего... Херач их, пацаны! Они с друг другом воюют, что ли? Что-то, где труп, говорят, от двери открой. Смотри, короче, вон же труп. Я понял, понял. Труп я только что обыскал. Чего они там развоевались-то? Я знал, что очень скоро до меня доберутся не ты, так кто-нибудь другой. Что происходит? Я уже ничего не хочу скрывать, молчать бессмысленно. Мои дела говорят за себя. Наверняка ты уже понял, что это я убил глухаря, так же, как Данила и других пропавших. Зачем? Зачем? Я никому не пожелаю испытать муки гемоглобина зависимости. Блять, спасибо! От него не отделаешься, если дник. Что, ты это пипец? Я все понял, хватит, далее. Пиздец это. Че это? Пипец, вообще, что происходит тут, нафиг? Ты сам себя убил? Да. Ребята, это баг такой или так должно быть, не знаю, но, блин, это было прикольно. Да, убили его, вот он лежит. Ой, это чувака есть? Не понял все-таки, что за у него глобулина, зависимость какая-то там. Вот сколько мед. Вон взять все. Не, ну я патроны не хочу взять. Так, ну так что? Ну что, квест выполнен? Ну, видимо, да. F5. Возвращаемся назад. Пипец они тут. Конкретная басота. А Шмур он добрый. Шмур сейчас со мной поделится, да? Все, он меня забрал. Сука. Ты че его делаешь? Мужик, че с тобой? Бля, они их вообще залутали. Бандюки, короче, напали. Они, видишь, со мной это как бы нейтрально. Надо было их убить, да? Как во время считаешь? Выброса ешь таблетку одну за выброс, ну вот эту антибиотик. Угу. После 3 выбросов, пережитых таким образом, у тебя откроется ачивка, и ты сможешь находиться на улице во время выброса, но с небольшой потерей здоровья. Во как. Видишь? Прикольно же, да? Пизду эти батоны, но... Надо будет так делать тогда. Ок, в чем? Пока побежали. А, гемоглобина зависим. Да так тебя... должно быть, он был зависим, ему нужно было каждый день пить кровь, но он не выдержал, застрелился. Бред какой-то. Вот ты мое уже. Ну да, наверное, пора туда двигать. Хотя здесь, конечно, сейчас будут все кричать, тут много квестов. Да хрен они. Пойдемте на Янов. Там можно будет этот прокачать. Да. Здравствуй. Ну? Рассказывай. Есть... Так, глухарь мертв. Его и других сталкеров убил Тремор. Но Тремор тоже мертв. 10 штук. Получены координаты ТНК. Неплохо. Получены координаты ранее найденных ТНК. Ну, не. Далеко идти? Да. Так, найдешь артефакты, заглядывай, посмотрим. У кого? У того чувака, который на заказ-то угу. Мутил что-то. Где на же он был? Что-то он мутил. На третьем этаже, по-моему, тут сидел. Приветствую, сталкер. Решил сделать заказ? Да, хочу сделать заказ на экзоскелет.
12. 60 тысяч. Ну ладно, давай сделай что. А что с тобой еще надо? Особый заказ, ожидай доставки. Ну все, пока добудут оставшиеся деньги, я отошлю. Ну, привет. Тебе нужно еще будет 48 тысяч накопить. А у меня сколько? У меня 20. А скат 5 исследовать для сюжета игры надо. Ты же исследовал уже. Ребята, где... У тебя было 32 тысячи. Ты ему отдал. Сколько дал? 12 тысяч предоплату тебе. Я понял, а где мне еще отдать ему? Потом, когда будет экзоскелет готов, это уже я отдашь. А сколько это надо получается? 48. Еще, ну, тебе... еще 28? 48. Еще, ну, в смысле, 20-то у меня есть. Ну, да. 28 тысяч. Получается, нам отсюда еще пока рано уходить. Так почему же? А вот смотри, тут еще какой-то квест, нет? Нет, да квестов тут полно, наверное. Вот смотри, еще. Сдается. Брат, видишь, что нужна помощь сторон. Ну все, он как бы уже намекает, что... Тогда, наверное. На Янов-то мы не пойдем, потому что нам все-таки экзоскелет нужен. Так экзоскелет. Неизвестно, когда придет. Ну, я думаю, что скоро. И кто? Так что придется здесь повыполнять ты пока заваливай. Что квесты. Ну, на этом, наверное, мы будем заканчивать, ребята. Поэтому подписывайтесь на Twitch, на мой, на Юлькин. Юлькин Twitch найдете у меня в подписках. Я вам ссылку скину сейчас. Спамят, Юлька спамят. Даже сейчас заспамит вам. Да. Скачивайте игру. Какую игру? Симулятор голубя? Конечно, ты что? Симулятор голубя. Во, видите, под камерой прямо написано HFM Games, наши игры на Google Play. А внизу под видео Google Play и HFM Games, такой баннер большой здоровый. Да. Тыкайте туда, качайте симулятор голубя. Продвигаем игру в топе. Продвигаем все игру вместе. От HFM Games в да. топ. Не забудьте оставить положительный отзыв. В топ Google Play. Игра бесплатная. Так она, кстати, уже на 120 месте да. в топ новинок. Так что давайте дальше. Игры топ новинки, да. И в набирающих на 29. Кстати, набирающих я не стрел, может быть, тоже поднялась, а может, опустилась. Но сейчас рейтинг, конечно, там падает. Сначала был вообще 4.90. Но когда она продвинется еще выше, там он упадет, наверное, до однерки. Да не, на самом деле, игра, конечно, не сказать, что крутая, но для первого раза, знаете, прикольненькая. Так что зацените игру от HFM Games, качните, оставьте положительный отзыв. Ну и все на этом. На этом мы нажмем F5, сохранимся еще. Говорят, нажми игру в игре в F3. Зачем? Не знаю. Не буду. Пробуй. Вы что там, на чем меня подписываете, а? Ты хочешь посмотреть, что означает F3? Ячейка быстрого доступа. Ячейка быстрого доступа. Зачем F3? F3 это антирадиационная херня. Так что... Странный же. Да. Да, все. Ребятки, заходите на Омск ТВ, смотрите наш ролик. Ставьте там лайки. Да, всем лайки. Все, завтра увидимся с вами на канале. До завтра да. будем стримить, завтра скорее всего, на... Да? А, завтра, кстати, не знаю, будем стримить. Нет, завтра потому что... Да, потому что мы занимаемся одним делом. Будем кое-что снимать. Всем легкого понедельника. Да. Ненапряжного. Все, на этом. Всем пока. Покидос, друзья. Подписон на Twitch, не забывайтесь. Вы давайте там, не забывайте.